Сотні працівників теплоелектростанції ДТЕК уже майже місяць на роботі. На добровільну ізоляцію пішли навіть цілими сім'ями. Так на Криворізькій ТЕС працюють Ігор Чикін та Наталія Прядко. Разом вже 15 років. За весь час роботи це їхня найдовша зміна. Кажуть, знаходять час і на побачення. Хоч і сумують за батьками та рідними, знають, що від них залежить комфортне життя тисяч земляків. Конечно, дома мы видимся чаще, чем здесь, но это даже немножко добавляет романтики в наши отношения. Мы находим свободную минутку, чтобы выбраться в парк, к воде. Сейчас весна, все цветет, очень красиво. Работы всегда хватает, как в изоляции и в обычном режиме. Но мы сильные, мы справимся со всеми этими трудностями, потому что мы знаем, что это временно и очень необходимо остальным. Почему мы решились на это? Мы энергетики. Нам деваться некуда. Мы должны нести тепло и электроэнергию в каждый дом. Мы понимаем важность работы нашей ТЭС. Поэтому мы здесь для вас.